Всем привет, ребят. Это 23-й выпуск Кука Тайм. И сегодня 10 мая. И с праздником вас прошедшим. С Днем Победы. Желаю вам побед по жизни. Что ж, погнали. У нас сегодня обзор на чашки RV Bowls. Делаются в Москве. Наше производство. Это что-то наподобие Хука Джон. Ну, гармошка, она так и называется, Гармони. Выглядит это дело все вот так. Алены. Так и называются. И пики. На вулканах сделаны росточки. Объясню зачем. Многие очень часто у меня спрашивают. Когда ты куришь не на колодках или на всяких его заменителях, а натягиваешь фольгу, бывает так, что от температуры даже хорошо натянутая фольга оседает, просто растягивается и оседает, и закрывает вулканчик. И поэтому сделаны вот такие вот росточки по бокам чашки, для того, чтобы даже если у тебя немного осела фольга, все равно тяга была нормальная. Что ж, о расходе. По-моему, пика расходует где-то 10-13 грамм табака, Алиан расходует 13-17 грамм табака, а гармошка расходует 17-21 грамм табака. Что-то вроде этого, я помню. Фаянс. Чашки сделаны из фаянса. Надо бы еще сказать, что эти чашки нам предоставил Герман Андрианов. Ссылки на его страницу вы можете найти под видео на канале. И выйти на него и купить эти чашечки, если вам они пригодятся. Ну что ж, давайте забьем от каждой модельки по чашке. Посмотрим, как они курятся. Довольно крепкие они. Что ж, отложим остальные три чашки. И начнем забивать. Забьем сегодня в Alien, как надо, микс фруит от Танжа и Кейн Минт. Это будет один микс. В гармошку забьем Маргариту от Нахлы и Мохито от Старбаза. А в пик забьем Арджелини, Грейпфрут и Мандарин. Фух, что ж. Погнали, начнем с Танжа, забьем это дело все на нашем российском флаге. Здесь будет соотношение 80 на 20 где-то. Линейки Нойер и Беркук. Ну так, для информативности, вдруг вам будет интересно. Танжик будем трамбовать. Сегодня будет патриотичный покур. Что ж, поехали. И слегонца утрамбуем. Ну и, в принципе, все. Танжик готов. Ничего сложного. Все очень легко и просто. Ну, я думаю, да, здесь где-то грамм 10-13 ушло табачка. Alien готов. Поставим его сюда. Следующая на очереди у нас гармошка. Кстати, вот эти разрезики, росточки на вулкане. Может, кому-то будет интересно посмотреть на это сблизи. На гармошке у нас пойдет Маргарита Нахла. Я думаю, где-то здесь соотношение будет 50 на 50. И Мохито от Старбаза. Старбаз накидаем вниз, потому что нужно предостеречь себя от возможности горения. Старбаз легко спалить, вы все это знаете. И поэтому он пойдет у нас вниз. Я уже предчувствую опять много споров в комментариях, что Старбаз очень можно нормально забить, ничего не будет гореть. Ребят, забивайте как умеете. Я забиваю как умею я. Ну, ничего страшного. Что-то как-то дофига табака наложил, по-моему. Мне кажется, да, нужно избавиться чутка от Старбаза и чутка от Нахлы, а то очень дофига получится. У меня очень плохой глазонометр, я не могу определить, сколько табака нужно на какую-то чашку. Просто накидываю как можно больше и в конце разбираюсь уже. И слегонца тоже не очень сильно, но слегонца прижмем все это дело. Соблюдаем небольшой отступ от колодки.
Вы очень часто спрашиваете у меня про какую-то определенную модель, это Мамуна, которую нужно купить. Прямо вот пишите: «Привет, Айк, хочу купить кальян, Халил Мамун, посоветуй, какую модель». Ребят, разницы в курении между ними вообще такой прям сильной нет. Они все курятся примерно одинаково, как от маленьких моделей, так и до больших. Выбирайте, исходя из того, какая цена, и исходя из того, какой дизайн вам больше всего по душе. Вот так и выбирайте себе шахту от Мамуна. Потому что очень много раз спрашиваете один и тот же вопрос. Я решил так на видео сказать вам, что разницы, в принципе, большой-то и, если честно, нет. Выбирайте, как я сказал, исходя из цены и дизайна. Гармошка тоже готова. Почти. Вот тут докорректируем. Все. На пику мы забьем арджелини, грейпфрут и мандарин. Тоже примерно в равных пропорциях, я думаю. Будет такой цитрус приятненький. Этого должно хватить, я думаю. Перемешаем. И начнем воздушно укладывать в пику. Расход здесь небольшой, как я уже говорил. Поэтому, мне кажется, этого табака тоже будет много. Слегка прижмем. Ну и, собственно, все. Все. Что ж, дождемся угольков и покурим все три чашки и наглядно поговорим о ней, о каждой из них, точнее. Подраскурились наши кальяны. Еще раз напомню, что у нас где. В пике у нас арджелини, мандарин с грейпфрутом. В гармошке у нас нахла, маргарита и старбас. Что там было? Мохито. В олене у нас кейн минт и фруктики от Танжа летние. Что ж, начнем как раз таки с патриотичного олена. Вкусы передачи очень хорошие у алена. И жар держит тоже очень клево. Вот, Ален, да, Ален хороший, хорошая замена хукаджоновской дорогой чашки. Ален мне понравился. Вкус передает прям как надо. Ярко, ярко, ярко. Так, дальше. Дальше возьмем гармошку. Гармошка тоже неплохая, вкус тоже передает, но почему-то не так отчетливо, как Ален. Не знаю, с чем это связано. Нужно сказать, что стенки у этих чаш очень, очень толстые, и поэтому раскрываются они долго. В каждой колодке по 3 угля. Гармошка тоже достойная, неплохая. Пошли дальше. Ориентируемся на пику теперь. Пика, пика, пика. Вот. Производитель почему-то не рекомендует на пике делать кальян с колодкой. Не знаю, просто там размер чашки маленький, и он думает, что вот эти прорези, которые внизу колодки находятся, будут прямо вставать на стенки. Мы просветили все фонариком, посмотрели. Ну, вроде нормально. Не знаю, вот сейчас покурим. Ну вот, буду честен, вы уж простите, но я честный. Пика не очень, мне она не нравится, потому что я не чувствую вкуса ярко. Ну, сам по себе арджелини очень яркий табак, очень яркий, насыщенный вкус у него. Я не знаю, почему пика так слабо отдает вкус. Может, я забил хреново? Не знаю, я забил, как всегда, забиваю. Даже не знаю, в чем может быть дело. Я думаю, дело, скорее всего, в чашке, потому что эти две чашки крутятся хорошо, а вот пика что-то меня расстраивает. Я думаю, ее нужно доработать. Или стенки сделать потоньше, может, это как-то сказывается на вкусопередаче. Я не знаю, это уже вопрос к ребятам, но я надеюсь, они исправят проблемы, которые возникают с этой пикой.
Может, стоило сделать на фольге, не знаю, какая разница. Вкус-то от этого не особо должен зависеть, как бы. Я так думаю. Но я могу и ошибаться, если хотите, можете написать, в чем может быть дело, я почитаю, мне уже тоже интересно. Но из всех трех чаш мне очень сильно понравилась Ален. Потому что, не знаю, Ален, есть Ален, он крутой, хороший, красивый. И вкус придает как надо. В общем и целом, за пику я ставлю минус, как-никак. За Ален я ставлю большой плюс. Ну, гармошка, ну, ничем не удивила. Гармошка, гармошка, нормально. Ну, от Хука Джона, если честно, гармошка получше курица. Но Хука Джоновская гармошка и поэтому стоит в два раза дороже. Кстати, о цене этих чаш, я думаю, они стоят где-то, вроде порядка 1000 рублей. Может, чуть дороже, может, чуть дешевле. Не помню точно, что-то порядка косаря. Ну, вот такие вот у нас сегодня обзоры на эти чашки. В общем-то, ребята молодцы, постарались. И что тут добавить? Плюс, плюс, минус. Вот и все. Ссылки на их чашечки можно найти у нас под видео. Я уже об этом говорил. Поэтому не стоит мне опять задавать эти вопросы. Где купить эти чашки? Под видео. На канале. Ссылка. Заходишь. Открываешь описание. Выходишь на поставщиков, производителей. И заказываешь, что тебе надо. И поэтому поменьше таких риторических вопросов. Что ж, я думаю, на этом все, ребят. Вам всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал Hookah Time. Ставьте нам лайки, делайте репосты. За это получайте респекты. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. И на этом все. Вам спасибо. Всем удачи. Всем сладких покуров. Очень часто меня спрашивают мой инстаграм, какой у меня инстаграм. Инстаграм, ссылку можете найти тоже под видео на канале, потому что хватит уже спрашивать. Легче просто перейти и добавиться, если хотите подписаться. Оператор, ты опять за свое? Ты же спортсмен. Ты хочешь попробовать? Давай попробуем. Вот, значит, что, спортсмен не курит, что ли? Он спортсмен, надо спортсмен, чтобы в два раза больше. Начни с пики. Сомнительные чашки. Ну, вкуса, правда, маловато. Ну, чувствуется, но не ярко, но чувствуется. Давай, Данжа, покури. На олене. Чашка российского флага. Что скажешь? Танж приятненько чувствуется. Поярче, да, прям? Ну, да, позначительно вкус чувствуется на уровень. На, типа, больше, чем у пики. Нахуй сдавайся. Какой-то привкус небольшой есть, какой-то не табачный, да? Плохие чашки, кроме пики. Пики нужно работать, но я думаю, они после нашего обзора схватятся на это. Надеюсь. А может, они скажут, пошли они нахер со своим мнением. Не, не чешные чашки. Особенно внешний вид прикольный у них. Да, мне нравится. Мне нравится, что нам сделали расцветку. Прикольно, сделали нам подгонщик, сделали армянский флаг и российский флаг. Это клево. Спасибо за это ребятам. Но я думаю, они всем не станут прямо на заказ цвета делать это, я думаю, для Hookah Time, но все равно... Но я думаю, это можно будет все равно обсуждать с заказчиками, ну, цвет. Если, да, если обговорить цвет, можно за, думаю, отдельную плату у них попросить. Ну, я не знаю, я за них не буду говорить, у них и спросите, если вам надо будет какой-то определенный цвет. Ну, вот спросите.